Всем привет, мои хорошие. Я сегодня буду хрустеть для вас. У меня осталась вот такая вот, вот такое Севрюково, засохшее уже, глиняное, солнечное. Все, мы будем хрустеть им. Сперва им, ну, потом глинками похрустим и мелом. Так, теперь пожуем глину янтарь. В общем, как я поняла, нужно глину янтарная колоть. Поэтому сейчас снимем залипание и будем хрустеть глиной альбит.
Белая гора. Глина Альбит. Ее тоже колоть надо. Я поколола. Снежок.